Отопительный сезон прошел в безаварийном режиме. Об этом на заседании правительства доложил начальник департамента ЖКХ Сергей Тальянов. Все технологические сбои устранялись ремонтными бригадами своевременно. Да и вообще за последние годы аварийность на тепловых сетях снизилась в 5 раз. Однако хромает экономическая сторона вопроса. Граждане по счетам платят исправно, а задолженность перед поставщиками ресурсов растет. Особенно это касается природного газа. Плохо обстоит дело с водой, но не с ее оплатой, а с доступностью для населения. У нас во всех муниципалитетах существуют проблемы воды. Причем суммы денег-то во многих, они совершенно никакие. А за каждым там миллионом 150, 200, 300 человек. Мы прекрасно понимаем, что программа «Чистая вода» федеральная в том виде, в котором она сегодня существует, в ней участвует бессмысленно. Она для нас экономически невыгодна. Да, давайте мы свою программу.